Итак, сегодня делаем варенье из фейхоа. Вот это фейхоа, вот она, вот такая. Прекрасное варенье получается. Ее надо предварительно помыть. Вот такая она продается на рынке. И отрезать вот эти хвостики. И попки. Чуть-чуть отрезать ножиком. Сейчас я этим и займусь. Просушить, помыть, просушить, отрезать это. Купить сахар, перетирается все с сахаром. И получается темочка. Очень вкусно и очень полезно. Немного полезных витаминов фейхоа. Можно и на творог, и на все, что хочешь. Добавлять и хранить в холодильнике. В холодильнике. А я бы сказал. Кто у нас самый опытный фейхоист? Оля, естественно. Он еще давно, да, эти сферы стал фейхоистом. По полной, глубочайшим. Уходит в работу с головой. Вот. Снимаю процесс записки. Все фейхоисты так делают. Попробуй. У нас армия фейхоистов. Да, ты ел? А, ну тогда нормально. Примкнул к армии фейхоистов. Женщины, ребята, работа у нас немерено, в стране некому работать, поэтому об этом даже говорить бессмысленно. На почте выбивать окна, рассылку доставлять, пожалуйста, тебе, едешь на велосипеде, раскидывай хоть везде, хоть не знаю куда, кидай окно, бей, все, доставка, пожалуйста, везде, пожалуйста. Работ немерено, ребята, на кораблях Greenpeace. Только английский знай. Езжай, атакуй нефтяные вышки. Понимаешь? Ну чем не работать? Да лучшая на планете. Понимаешь? А как они атакуют? Как атакуют? Подъезжаешь, я фейхоист. Давай, чё вы тут качаете нефть? Краской бросай, понимаешь? Вот работа тебе. Это такие, как я. Три корабля Greenpeace. Набирай. Они это за еще и деньги платят. На корабль садись, иди. Вот тебе краска, иди в атакуй вражескую нефтяную вышку. Вот работа. Это прекрасно. Все остальное... Я откуда знаю, сколько платят? Ты же английским владеешь. Набери сайт Greenpeace, вот набирают на корабли. Владение английским просто важно совершенно. Все, я ж не владею. Но если бы они знали... Просто я не могу объяснить, насколько я фейхоист, меня взяли. Тем более, что язык мне в моем случае не нужен. На тебе, это бомба! This is бомба! Он побежал, понимаешь? Greenpeace живет! Одну колонну подрываешь, нефтяная вышка, бабах, разлив нефти, все, мы спасли мир, понимаешь? Вот, или флаг куда-то водрузить на вражеский бункер, или что-то еще. Такие люди, как я, на вес золота. Вот, все, закончил, сейчас будем измельчение, процесс измельчения грядет. Итак, процесс измельчения пекла. Эпический процесс, это важный процесс, никогда не остановится. Нет, не бывает тому. Володя, это процесс. Чего, Паша? Запах хороший, видишь, уже идет от них. Свежести. Испытывает волнение. Женщины хотят фейхоа. Делаем быстрее, пока санстанция не накрыла. Давай сахара сюда засыпем и все. Как раз даже не надо ничего делить напополам, я думаю, пойдет. Рубаю. Остановил. Как раз примерно пополам. И сахара сюда, килограмм сахара. И готово, сразу можно есть. Лишь не только нам кивайте, всей душой нам отвечайте. Включи, она пока разогреется. Все, и килограмм на килограмм где-то сахар. Да. Когда банку ты делаешь, то банку чуть-чуть надо сверху засыпать как бы. Хорошо. Такая фраза мощная. Под завязку делаю. Так немного неправильно, надо было на две части разделить. Но мне было уже не до того, потому что я был вот это вот. И все, и бомбим. Все, и оно готово варенье, в принципе, больше нам ничего не надо. Перетертое прекрасное варенье из фейхоа. Необычный вкус. Прикольный, да. Пробуй. Из фейхоа. Сверху перетертое фейхоа. Верю вкус. Попробуй. Ты не пробовала никогда в жизни? Нет, фейхоа. Очень полезное и вкусное. Попробуй. Необычный вкус.
землянику, с чем-то еще, с клубникой, с каким-то еще вкусом. Но такая, она необычный вкус. Свежий вкус я очень зимой люблю. В нем очень много витамина С и еще чего-то. И железо, видимо, потому что оно темнеет еще, да. Подпишу здесь, только чтобы чистыми ложками брали. Что происходит? Что происходит здесь? Что это? Коля. Пейхуа. Попробуешь сейчас. Что происходит? Его надо только в бикини надо его пробовать. Давай, Паша. Опять твоя миссия. Ну, чистейший, ты видишь, у нас грязное не бывает. Что мы с тобой? Не походники, что ли? Каждая соринка — это витаминка. С каким-нибудь вареньем. Вареньем она. И две банки. Сейчас подпишу, а? Я каждый день на работе, что не знаешь, Паша. Хлеба и жарить я все не могу написать, вы все сжираете. Так я же эту ягоду, это, ну это фифихуа, это фифа. Я не знаю, надо погуглить. Ну короче, такие, я не знаю даже, где они растут. Ну привозят их раз в сезон, чуть-чуть, на месяц или два. Вот скоро пропадут, через месяц их уже не будет, на комаров. Вот измельчается все, такие типа ягоды. Да, вкусная хрень, похоже, клубника, земляника, кстати. А? Вот это? Похоже, не знаю, но... Груша, не, ну, может быть, это мне больше земляника с чем-то еще, с грушей такой, вот непонятно. Или пробовал? Ни разу не пробовал. А, ну тогда тебе надо узнать, что ты скажешь. Вкус своеобразный такой. Неплохо. Неплохо. Давай попробуем. Это фейхуа. 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 Это же важно. Это важно. Сейчас обменим на сахар. А? Сахар? Фейхуа перетерта с сахаром. Все. Здравствуйте. Ну ничего, так вкусно. А на что похоже? Киви. Вроде бы. Да. Сахар, да. Но не киви же. Не совсем как киви. Ну, есть такой вкус от киви. От киви. Но мне кажется, больше к землянике. Ну, может и к киви. Не знаю. Ты николи не спробовал фейхуа. Еще не наступил твой судный день. Судный. Судный. Судным будешь на инфекционной больнице. Судья будет само житё тебе. Вытримаешь ты тени. По-перше, ложку не слюнявить, а ты можешь на тост наложить. Ты трошечки тебе великую сразу колькость. Ну, ты смелый человек. По массе. А откуль ты ведаешь, кольки это смертельное на килограмм вайде? И будешь жить? Буду жить. Ты должен жить. Ты должен жить. Не вечно, конечно, их это яд. Так, ну. Ну так что? Ну, типа, странно. На что похоже? Смак странный. Ни на что не подобно. Ни на что не подобно, но есть свежесть некая. Есть. Особенно зимой, вот мне подобается тем, что есть некая такая земляника некая, груша некая. Но приемно. Приемно. Ну, вот я не ведаю, ну что, ну это я фейхуа. Огурком трошки это я. Огурком неким, да, тут ничего есть. Подводку пойдет. Подводку пойдет.